внизу уже. Ну вот так сделан мост. Стойки такие. Поперечина и лежня. Запах дыма вместо приправы, какой-то вот привкус. Сейчас с двух сторон попробую, сделаю такой вот мощный бутерброд. Всем привет, ребят! Тулан бегает туда-сюда. Привет из Комы. Снова мы выбрались в тайгу, в поход. Ну, здесь была развилка, где я остановился. Именно заезжал. Недавно я сюда с палаткой поход был. А сегодня я поеду еще дальше. Примерно, ну, километров 10. Тулан до сюда был на санях, ему было, конечно, некомфортно, пурга, метет, но дальше он будет бежать по буранице. Здесь старая буранница, еще не закрыта, еще есть следы. И сегодня будет охота, охота с ружьем. Буду внимательно смотреть по сторонам, может где-то кого-то увидим и удастся кого-то добыть. Возьму с собой лыжи, сани здесь оставляем, сани оставляем. На обратном пути также я Тулана здесь посажу и поедем обратно домой. Дальше поедем на легке, сани не буду с собой возить. Вот такие планы. Ладно, ребят, давайте съездим, посмотрим, что там нас ожидает, кого-то увидим или нет. Давно уже с ружьем не ходил, не бродил. Туда, поколы. Вон он, бездельник. Нагуляется сегодня. Снег глубокий. Снег глубокий. Его не держит. Да и на лыжах она очень тяжело ходить. Thank you.
птичка перелетела тут. На их я не стреляю зимой. Лох, не садится еще. Лох, ладно, пусть побегает. Устанет, сойчает. Вот улан отстал. Таким более просторным местам потише еду, может, где кого увижу, но, к сожалению, ни одной птицы еще я не видел. Мы проехали 4 километра 200 метров от наших саней. Туда! О! Ничего, пусть побегает, блин. Раз не хочет садиться, я бы взял его на сюда. Лох! Туда! Сюда, на! Лох, сюда! Лох! Лох, сюда. Лох. Лох. Не хочешь, как хочешь. Уговаривать не станем. Будем ждать. Терпеливо. Если что, на обратном пути только возьму его. Без камеры все равно я его, как сказать, могу поймать. Там вырубка или что? Тут тоже вырубили лес, ёпт твою. Блядь, что творится, ё-моё. Здесь я... Позапрошлом году, наверное, ездили мы на УАЗике. Еще мост был. Все это тайга была, блядь, все вырубили, ебать. Ужас какой-то, блядь, творится на. Скоро грибы собирать негде будет. Вот это да. Это малая часть того, что я показываю. Блядь, чуть глубже зайдешь, там кругом вырубки. Да. Тут, ребят, ручей идет, течет. Тут небольшой мостик, самодельный как-то сделано. И тут уже буранница совсем другая. Это с той дороги. Вон собака вообще отстала. Ну. С той дороги вот сюда как бы приезжали. Но дальше я не поеду. Можно, конечно, кольцевую так. И там трасса, где возят, вывозят лес. Где-то примерно 4 километра, наверное, вот между этими двумя дорогами. Здесь такая вот тропинка идет. Как бы. И начнутся вырубки. Вот так. Ну да, подъем там сосняк также начнется. Да, не стоит этот. Как же это называется дерево вот? Туща помель, або туща помель, лоупу. По-нашему лоупу это. И на копчение сала, вот если вот, скажем, из этого дерева. Ольха, наверное, вот получается. Лох, бездельник. Смотри, какой хитрый. Смотри, какой хитрый. Устал, бродяга. Ну ничего. Ольха, наверное, вот. Смотрите. Шишки такие.
Можно этот осина или же вот этой деревой лаупуна, она так называемая у нас. Ну, следы только я видел у лисы, куропатки и, наверное, в одном месте куница там еще перешла дорогу. Все, больше ничего нету. Птиц только два рябчика видел пока. Ну да, вон, смотрите, здесь уже трасса. Я здесь очень много тоже ходил. С той дороги на УАЗика туда добирался. И по этой дороге на лыжах. Здесь параллельно этой дороге Таежная река идет. Много рыбачил тоже тут. Вот так хоть снег держит хорошо. Можно так просто прогуляться. А я нет, я сейчас на горку поднимусь и обратно пойду. Обратно поедем, где-то половину пути, что сейчас мы от саней ехали, и я на лыжи встану и на лыжах еще повроем. Такие планы. В этой стороне ни хрена нету дичи. В комментариях мне также сейчас писали, что у меня земляки охотятся, добывают глухарей, косачей. Но вот, знаете, вот, если есть, конечно, я тоже почаще выходил бы на охоту. А толку ходить? Тула! Ушел. Лак! Шли! Лак, иди, лак! Пошли, лакуна. Есть места, как бы я общаюсь тоже с мужиками, и есть места, где по 40 штук видят косачей и больше, где сейчас вырубают лес по этой трассе, если ездить. Но тоже, где люди, я не стараюсь туда ездить. Не хочу. Я так вышел, погулял. Если увидим, будем стрелять. Если нет, так. Не мы растили, как бы. Это, знаете, вот. Обидно то, что вот когда вот ты, скажем, свинью держишь, или теленка, скажем, год, 9 месяцев, или еще какой-то вот период, уже когда пришло время резать эту скотину. И, блин, выходишь в хлев, где у тебя свинья там. А свинья умерла от чего-то. Вот это обидно. А то, что в тайге летает, бегает, и ты не поймал, это, ну, не наше. Не мы растили их. Если попадет, попадет. Если нет, так нет. Ладно, сейчас я развернусь и... Здесь глубоко тоже, конечно, блин. Разворачиваться по глубокому снегу, скажу вам, или сюда, наверное, заеду, вот здесь как-то попробую. Чуть лево, чуть право, вообще утонешь, блин.
собак и пока не видать. Я заехал в другую, как бы по другой дороге уже поеду. Ой. Заехал, тут переход через речку будет. Вон кто-то переезжал. Очень крутой берег тут. Южная речка. Где Тулан, блин? Не знаю. Открыто, не открыто, блин. Опасно сейчас. Реально опасно. Ходить по таежным рекам. Когда тут переходили, интересно. Наледи. Даже наледи, что ли, нет? Здесь тоже думал у реки кого-то увижу, а ни хрена. Здесь нет, здесь налить-то есть. Ну, проскочить, в принципе, можно. Очень крутой берег. Тулана нету. Не знаю, стоит, не стоит сюда уже переходить. Или на лыжах просто сходить куда-то по этой дороге. Здесь, наверное, тоже сосновый лес будет. Тут бураница-то есть старенькая. Он бежит, увидел его. Далеко отстал. Смотри. Ладно. Блин, пока не определился, что делать. Или переехать. На буране дальше съездить. Не знаю, сейчас до Брона дойду, подумаем. Какие-то разведки, может, тоже делянку отвели. Вот, ребят, ехал и приехал. Здесь параллельно другая река уже таежная. Трассу пробили. Это зимник. Сейчас до моста сходим, посмотрим. Вороны летают. На машине тоже приезжали. А, воду тут набирают. Видно, недалеко где-то работают. Вахтовым методом тут работают там комплексы. Для них, наверное, столовую эту воду возят. Тут больше делать нечего. Тут до нас уже охотники ездили. Давно я тут не был, очень давно. Когда-то тоже
наши лес вырубали здесь. Я на эту речку приезжал на машине. Здесь рыбачил. И на снегу написал, здесь рыбы нет. Ну, поймал, наверное, 5 или 6 штук. Вот так вот. Давайте посмотрим. Туда еще схожу, мостик поснимаю. Замерзло уже. Лед не толстый. Хорошие березы, но птиц нету. Ну вот так сделан мост. Стойки такие. Поперечина и лежня. Это временка, наверное. Весной это уплывет. Вот так. Не знаю, сколько лет тут вырубать будут лес. Может, год, может, два. Вот и предприниматели на работу едут. Не остановился, поехал дальше. Ладно, Сашка там. Сашка, давай-ка, да. А почему не остановились? Тулан до сих пор еще, смотри, не догнал нас, сколько уже. Сейчас обратно буду ехать. Попытаюсь его тоже с собой взять на колени. Так вот. Валежник. Наверное, я у костра посижу где-то. Тут ветрено, блин. Неохотно сидит. Вообще все время хочет прыгнуть, убежать.
Тулан у меня куда-то снова ушел. Я уже доехал до первой речки, где крутой переход. Здесь я растопил, как бы зажег такой костер. Ну, просто хочется посидеть у костра, почувствовать запах дыма этого. И попить чай. У меня в термосе чай, хлеб взял, сало взял. Ну, здесь посидим и поедем домой. У меня топлива осталось не так много. Не знаю, даже доеду или нет до дому. Я хотел еще в другую сторону. Там старая буранница, видно, следы есть. Но, блин, топливо я не рассчитал. Не знаю. Главное доехать до дому. Вот так. Ну, тут на дороге немножко ветрено, конечно. Ну и в сторону тоже отъехать куда-либо неохота. Можно застрять. Потому что снега вот очень много. Это с моим ростом выше колена. Вот такие дела. Ладно, отдыхаем. Посидим у костра. Что я надо? Сейчас обедаем по-серьезному. Да? Ладно. Сейчас в первую очередь тебе накормлю. Бигельника. А? Половину дам. О, хлеб. Теплый. Хлеб теплый, как ни странно. Бездельник уже съел один кусок. Дам вот еще. Ну вот. От костра хороший жар идет. Тепло. Что едет? Капкан. Вот такой кусок сала. Но это уже несколько раз я с собой брал, но у меня мало я его ем. Сегодня взял поход свой якутский нож. Вон он. Кому интересно, переходите по ссылке и присмотрите себе, там очень много выбора. Нож хороший, и там еще промокод будет. Скидку вам сделают. Блин, нож острый, боюсь. Он этот. Очень острый. Мерзлое сало я люблю, но вот сейчас вот хочется это сало на огне подержать. Он с мясом вкусный. Блин, как же резать-то? Строганина. Спрашивали, умею ли я делать строганину. Нет.
Я и строганину никогда не делал, практически, ну, может, один раз как-то пробовал. Неудобно скользит, блин. Вот тулан съел сейчас хлеб, и он просто отошел и лег. Он не мешается. Не надо на него кричать, ничего. Он спокойно себя ведет. Ну, он там лежит сейчас. Это еще. Вот сюда. Очень вкусно. На углях надо держать, потому что наверху, скажем, огонь больше, но там коптит. Обалдеть. Это да. О, хорошо. Жир капает. Горает. Ладно, пробуем. Что, ребят, попробуем? Опа. О. Вкусно. Запах дыма. Вместо приправы какой-то вот привкус угля, запах дыма. Буквально секунду подержал. Реально вкусно. И хлеб такой теплый стал, горячий. Сейчас еще сделаю. Очень понравилось. Нож как бритва. Хорошо режет. Еще такой два куска сделаю. Приготовлю. Вполне достаточно для меня. Вот. Еще раз показываю свой нож, ребят. Реально нож рабочий, компактный. Переходите по ссылке и присматривайтесь. Может, если понравится, и будете покупать. Так. С двух сторон попробую, сделаю такой вот мощный бутерброд. Вот такой толстенькие мои. Ну, еще хлеб у меня есть. Вот еще один бахнем. Примерно так, ребят. Вот.
Ребят, ходите в походы. Это настоящая жизнь, которая вот может тебе позволить простой обычный человек. Это костер, это хлеб, сало, еще какие вкусняшки с собой брать. И просто посидеть у костра. Наелся. Когда вы разжигаете костер, всегда надо подкладку сделать потолще бревна, плахи под бревна, а потом уже сверху костер. И вот так, в принципе, посидели, ничего не провалилось. Там ямка образовывается, конечно, но выдержала все. Сейчас я еще допью эту кружку, ну и поедем дальше. Посидели у костра, хорошо, отдохнули, надышались свежим воздухом, во-первых. Во-вторых, запах дыма я почувствовал. Вот, когда ты сидишь у костра, вот какая-то вот энергия, как-то набираешь, как-то все вот эти домашние хлопоты, вот все это, что ты смотришь, слышишь, негативы, все как-то в стороне остается. Вот, блин, как-то все забываешь в тайге, в лесу. А вот когда домой нырнешь, уже там все, новости включишь, там один негатив, блин. Да и жизнь такая, что сейчас надо как-то продержаться, вот этот момент, который сейчас вот и есть у нас в мире, что происходит. Ну и в будущем будем надеяться, что все устаканится как-то лучше будет, чем сейчас. Сейчас все напряженно, все вот как-то жизнь такая напряженная, все вот на взводе, как-то на нервном срыве, блин. Все делается против человека. Ну, блин, я не знаю, что-то не то. И заметьте, это практически по всему миру. Ладно. Не будем о грустном, будем надеяться на лучшее. Тулан опять ушел. Догоним по пути. Сейчас до саней он будет бежать, я его брать не стану. А уже где сани, я там посажу его на санки и поедет вместе, потому что если там я его не поймаю, возле села его мне не поймать, он убежит, он такой непослушный, действительно невоспитанный, как мне пишут, невоспитанный, непослушный, такой же как и как хозяин, пишут всяко разные. Но эта собака щенячьего возраста такой был. И таким остался. Вот, ну, между прочим, в декабре ему исполнилось. Может, 27 декабря, примерно этот день, наверное, день рождения у него. 4 года уже Тулану, 4. Я думал, блин, только 3 года, а уже 4. Вот это летит время, быстро. Передаю привет Михаилу, кто вот мне подарил Тулана. Щенка, это с Емвы, с Княжпогодского района, это щенок не из нашего села, а с другого района, с Княжпогодского района, с Емвы, вот так, прям вот решили вот подписчики подарить, привезли в Сыктывкар, я оттуда уже взял щенка.
Ну и собака, как бы что там ни писали, еще раз хочу сказать, собака хорошая. По работе себя показывает нормально. Мне другого принципа пока ничего не надо. Редко когда, вот сколько собак держал, редко когда вот такие собаки попадались. Вот. Ну он на месте не может сидеть, он ушел. Уже второй раз уже кто-то ходит туда-сюда. Не пощета, он ему хочется ходить, но устал. Вот пока бежали, он бежал за мной, он очень сильно устал. Он видно, как он уже спустил хвост, там бежал. Конечно же, под лапами буксует, он бежит. Каждая собака устает. Это только в фильме «Счастливые люди» 100 километров собаки бегут и не устают. Брехню там, блядь, показали. Вот. Так. А, вон тулантик. Тула, тула. Он всегда вот такой спокойный, какой-то вот не жадный, не такой вот, скажем, с жадностью, чтобы съесть. Не было такого у него. Сейчас это. Сотни раз уже мне писали, чем я кормлю собаку там. Когда обзор продуктов показываю, а где у собаки еда там. Да не буду я больше показывать, ребят, чем я кормлю собаку. Зачем? Чтобы негативы читать там, что вот как-то не так делаю. Все правильно делается. Он всегда сытый у меня. Что ему еще надо? Вон он какой довольный. Сегодня набегался, сейчас он пару дней будет лежать. И даже пищать не будет. Он просто довольно оспачен. Ладно, сейчас поедем. Вот так. А нож, ребят, хороший. Реально хороший. Этот якутский нож. Ссылка всегда у меня, всегда под любым видео. Всегда оставляю. Смело можете покупать. Он удобный вообще, реально удобный. Вот что мне нравится, вот это лезвие, вот этот клинок лезвия, чтобы не длинный был. Сало давать не буду. Сало для других походов еще у нас, нам пригодится. Хлеб-то всегда свежий покупаем. Вот. Все, собрали. Сейчас поедем. Ладно. Вот Lock, 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 lock
Тетеш. Давай. Доехали до саней. Тулан отстал. Половину пути я его на буране вез. Потом оставил, пусть побежит. Немножко подустанет. И он будет счастлив. Будет счастлив, что был в тайге. Все хорошо. Вон и тулан появился. Пока я с санями разбирался, он догнал. Спокойно себе идет. Надо сразу поймать. Ну, набегался сегодня конкретно. Немало он пробежал. Лох! Туда! Лох! Лох, где? Лох! Опа! Опачки! Все, пацанчик. Ну вот, что еще добавить. Немножко показал реальность, что у нас водится в нашей тайге. Ну, кроме двух рябчиков, я глазами ничего не видел. Даже птиц не видел. Два рябчика перелетели дорогу. К сожалению, в кадр не попало, так как у меня камера была выключена. Тулан набегался, я тоже нагулялся сегодня. Сейчас поедем обратно домой. Остается только вам сказать большое-большое спасибо. И кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Ждите новые фильмы. А мы поедем. До следующих походов. Все хорошо. Всем пока и будьте здоровы. Это вот. Набегался бездельник. Сейчас газку поедем. Тут делать больше нечего. В этих местах ничего нету. Никого нету. Сюда больше, наверное, пока не приедем.